начинается всякая хрень публиковаться, всякие фейковые статейки. Он начал жалеть, что расстался с Ольгой. В семье Тарасова возникли проблемы. И вот читать не буду, вот. Короче говоря, вранье. Совсем недавно Костенко сказала, что у нее все нормально, денег у нее навалом. Так что, если она и ходит дома в дешевых вещах, нарядах, сама готовит и делает маникюр, извините, это должна делать каждая женщина. Короче говоря, запустили фейк и радуется. Кто это запустил фейк такой вот? Кто это писатель такой очень слишком умный? Так, автор текста Анна Казарина. Вот, писательница, которая пишет фейковые статьи. Посмотрим, что будет дальше. Что ответит Костенко?